Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в нашей программе «Твой путь к успеху». И сегодня мы поговорим на очень важную тему – долги и кредиты. Почему у нас появляются долги? Как не стать жертвой обстоятельств и не влезть в кабальные кредиты? Долговое и кредитное рабство – есть ли выход из него? Так брать или не брать в долг? Каждый из нас сталкивается с этим сложным вопросом в своей жизни, когда обстоятельства подталкивают нас к тому, чтобы взять долг или оформить кредит. И порой нам кажется, что у нас нет выбора, и мы вынуждены влезать в эту долговую кабалу. Давайте разберем этот вопрос. Чтобы нам принимать правильное решение, мы должны иметь четкое основание и понимание из Слова Божьего, которое нам говорит следующее. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Долг – это прежде всего рабство, а воля Божья – это жизнь в свободе без долгов и без всего того, что связывает и сковывает твою жизнь. Иногда мы становимся рабами моды или своих желаний, и одно рабство тянет за собой другое. Но мы знаем, что мы призваны жить в свободе, которую даровал нам Господь Иисус Христос. К свободе вы призваны, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. Итак, мы видим, что есть опасность потерять свободу. И нам нужно проверять свое сердце, чтобы смотреть, не на опасном ли мы пути, чтобы наш путь не привел нас снова к новому рабству. Мы видим, что наше призвание – жить в свободе, но мы часто сами подвергаем себя новому рабству. Ключ состоит в том, что мы не доверяем Богу, а уповаем на свои ограниченные ресурсы и возможности. Приходит страх, и мы влезаем в неудобное ярмо, которое потом долгие годы тяготит нас. Но когда мы Ему доверяем и чтим Его от начатков всех прибытков своих, уповая на Него всем своим сердцем и всей своей душой, мы видим, как Он благословляет дела рук наших, и мы вместо того, чтобы брать, начинаем благословлять других, давая от избытка. «Открою тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Бог благословляет семя и труд. Нужно помнить об этом и поменять свое мышление, чтобы нам из должника превратиться в даятеля и быть успешным человеком. Итак, Библия не запрещает нам брать кредиты, но предупреждает нас, что это обязательство и определенно не свобода, а значит рабство. Итак, мы видим, что разумно брать кредиты на бизнес, на образование, на ипотеку, на помощь родным и близким. Но прежде, чем брать кредиты, подумайте о своих возможностях. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами вместе на этой программе «Твой путь к успеху». И в следующей программе мы поговорим о бизнесе и молитве.